Dread. С вами получилось поздно. Хотелось бы поиграть побольше, но не удалось. Может, завтра поиграем побольше. Ну чё, Джесси, ёпта. Их. Надеюсь, их там мало. Помешают. Это не твоя лодка, Элли. Посмотрим, как пойдет. Cool story, бро. Ну, я, наверное, буду играть. Так, о, улучшенный коктейль Молотова. Найс. Туда валить надо, да? В дыру какую-то спрыгивать, ну класс. Ну давай сваливаться. Все в хлам. Что ж такое? Удивительно. Алло, мам. Здесь все в хлам. Не хватай за жопку. Так, карточки. Ты как сюда попал, пес? Тату ахе. Сальвадор Рамос. В детстве был изгоем. Что? Что, блин, издеваетесь? Из всех вот этих карточек вот это оказывается чуваком. Тут я уже даже не сомневался, что это женщина. Что за отстой? Сверстники постоянно издевались над ним, пока однажды не заперли в заброшенной гробнице Майя. Ну вот так вот. В детстве сверстники над ним издевались, дурачились. А потом однажды внезапно заперли его в заброшенной гробнице Майя. Обычная такая casual история. Там одинокий и перепуганный Сал случайно нашел иероглиф, обозначающий древнего бога Аката. Коснувшись знака, Сал с изумлением обнаружил, что его татуировка змеи ожила и указала ему путь домой. С тех пор Сальвадор покрыл все свое тело изображениями оружия, животных и всего того, что может понадобиться для мести обидчикам. За это его и прозвали Татуахи. Но каждый лунный цикл Акат требует новых татуировок, угрожая мучительной болью, а места на коже остается все меньше. А у мистера Татуахи забит его член. Так, стоп, я теперь здесь опять оказался. Не Татау, а Сасау.
Так. Зараженный, не кушай жопку. Пожалуйста. Мы просто кряхтим и толкаем. Есть, давай. А он уже поплыл. А он поплыл. Я тебе зарадам. Ну все. Черт! Вы четверо. Закрепитесь на перешейке. Остальные остаемся здесь. Будем ждать приказа. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока нас их отстреливают. Нам дали приказ. Да ты веревку отдай, может. Без палева. Так, я не нажал на кнопку. Нажал. О! Ну, типа... Так, давай его пальнем. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томе. Мы этого не знаем. А о ком же еще? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так что, что если он мы... он в беде? Он позаботится о себе. Господи. Если хотим помочь Томми, нам нужно найти Эбби. 100%. Все ради помощи Томми. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Сосать. Надеюсь, что ты выживешь. Пока, бро. Уже позабыл, как давал мне пятюню. Да стой, я бы его из лука. Ладно, я к нему подплыву. Мотор заработал. Где причаливать? Давай с той стороны. Есть. Да ты издеваешься. Мать твою. Капец, блин, куча места для плавания. Я не сильно-то плавать хочу. Хочу просто всех перестрелять. Вот, например, на
Примерно вот так. Остановитесь, пожалуйста. Спасибо. Отдавай стрелу. Спасибо. Теперь ты отдавай. Блин. Ее лицо сломало мне стрелу. Дурацкое лицо. Они мне обещали, что в голову, если выстрелять, то стрела не сломается. А она сломалась. Вот же отстой. Не правда ли? Похоже, на этом берегу никого больше нет. О, а давай. И это, а давай. И это давай, и это давай. Это уже не лезет никуда. Так, добрый день. Кого нарушителем назвала? Пошли. Надо поискать припасы. Хотя влечемся ненадолго. Так, там один ходит внизу. А здесь кто топает? Не понял, какого дьявола ты тут топаешь? Через плечо. Да не было ничего. Не выдумывайте. Валяется стрела, ладно. Что там у тебя? У нас тихо. А у нас громко. Да. Ой. Ходят тут всякие. Блин. Блин, Дерек! Блин, засада! Вроде оттуда, сзади! Нарушение! Останови ее! Как мне выбраться?
Куда ты? Твою мать, твою мать! Найди ее быстро! Заткнись! Замолчи! Спасибо, что замолчала. Уже. Ну, братишка. Кто-нибудь видит ее? Здоровенький булы. Тянешься, нет? Блин, мне стрелы делать не из чего. Отстой. Тут кого-то убили, чувак. И ты один из них. Заряжай. Еще один ходит, бродит. Так и надо. Так, эти двое там, а как к ним? Попасть. Меня интересует, могу ли я прыгнуть ему на голову. Здесь ничего нет. Видно, не судьба, видно, не судьба. Боже.
молотов. Надо ломиком вальнуть его. Я вот что думаю. Ну, как-то так. Так, лодка. Как-то, блин, неудобно расставлять там ловушки, кидать молотов. Они же ходят все по одному. Если есть толпа, в которую можно кинуть, то пожалуйста. А так, то... Ну, блин. Как-то не особо это удобно. Непрактично получается. Так, стрел у меня нет, кроме разрывных. Возьмем пока этого. Да сложности в этом нет, нету в этом потребности. Идем за лодкой. Да ё-моё. Не могу стрел сделать. Найс. А кто это спит? Он правда спит? Кажется, да. А что? Ну я не вижу смысла тут что-то еще обыскивать. Да, просто взять лодку и свалить, наверное, бы не получилось. Куда я плыву? Элли. Ой! Бэм. Ну, капюшон надела. Да, не помешает. Твою же ж мать. Бам. Так, где это колесо? Вопрос. Наверное, там. Я на самом деле... Так. А это что значит, что я могу вот сюда заплыть? А выплыть отсюда я смогу? Куда это я, блин, заплыл? М? Гук так? А ты не смотрел? А, там эти чуваки говорили, что... Ну, противники мои, что они увидели какого-то парня. Ну, этот чайно решил, что это Томми, но, скорее всего, это он есть. А Элли говорит, не. Если мы найдем Эбби... то вот тогда Томми мы и поможем. А так? А так мы хрен как бы до него доберемся. Т.д. и т.п. Когда мы туда придем... Так, что мне тут рассказывают? Когда мы туда придем, Томми уже не будет на месте, типа бла-бла. Если найдем Эбби, то поможем Томми. Ну, бред, короче. Понятно, как Элли хочет спасти Томми. Ну и чайно пошел
за Томми. А Элли осталась у разбитого корыта. Мы едем за Эбби. Эбби, я просил тебя остановиться, а ты сама виновата. Бэм-бэм. Записка. Бет, если ты это читаешь, значит, меня больше нет. Надеюсь, это были не шрамы, а кто-то посерьезнее. Надеюсь, ты помнишь, где мы спрятали заначку, код 701264. Там немного, но это все, что у меня есть. Забирай. Береги себя. Рэндолл. 701264. Надо только сейф теперь найти. Блин. Сейф тут, я не особо присматривался, но это похоже на него. Так, надо зачистить эту комнату. Ха. Чисто. Код я уже забыл. Но тут было 70. Тут было, наверное, 12. А тут 34 или 64? 60. Спасибо за подсказку, да. Но я каким-то образом вспомнил сам. Бэ. Так вот. Что так вот? Элли, что жидо ды не зёжи? А нужно ли мне скинуть эту чёртову колесницу? Вряд ли. Она тут не поедет. Ну и чё, она сразу рухнет? Так. Это дерьмо не поедет никуда. Да я знаю, что мне сетку потянуть надо. Цепь. Сетку, цепь. Но она сразу же опускается, как бы. Я не знаю, чем подпереть. Сефлхопхат. Да вы что, издеваетесь? Это вообще что за фигня? Ктулху кальмар. Ум 100, сила 100. Это экстрамерное существо гигантского светящегося кальмара долгое время считалось выдумкой суеверных моряков. Избегая общества себе подобных, все флхопхат предпочитает жить в земных морях и наслаждаться разнообразием их обитателей. Увы, он обладает не только выдающимся интеллектом, но и крайне скверным характером. Своими огромными щупальцами он яростно крушит рыбацкие суда, нефтяные танкеры и любые другие плавсредства,
которые, по его мнению, могут угрожать спокойствию Мирового океана. Совладать с ним способен только синий гигант. Только синему гиганту еще надо как-то дыхание задержать и найти его во времени. Баблили. Вперед. Ой. Альтернативная команда управления, да. Какая нахрен разница, как управлять лодкой? Плывет себе, да и плывет. Что, заглохли? Есть. Seattle Sleep Warehouse. Какой-то спящий склад Сиэтла. Ау. Туда тоже можно. Куда нужно? Хотелось бы понять. О. О! Получил приз, полевой ремонт. Это наверняка я нашел 12 верстаков. Е-ху. Ай да я. О, нифига себе. Вот это я тут удачно поднырнул. Что еще есть? За жопинку меня никто кусать не хочет здесь. И отлично. Не хочу, чтобы на меня нападали у верстака опять. Так, 58. А, я хотел урон винтовки. Тут скорострельность, тут устойчивость. Тут устойчивость еще. Ну, типа... Урон, да, собираем. Баблили. Так, а в этом спящем складе не пошарится, походу, да? Упс. Я ломал стекло. Блин, вот метро у них, конечно, прикольное. Ну, даже не знаю, можно ли это метро назвать. Не монорельс ли это какой? Вот тут тоже лодка есть. Эй, я не...
Не это. О, он нарисовал Шаркуна. Если кто-то из псов это читает, передайте Айзеку и остальным, что слухи подтвердились. У нас тут много зараженных. Выглядит так, будто хотел стать топляком, но на полпути передумал. Уродливый как, черт. Может, это мутация из-за дождя, без понятия. В общем, он был медленный, я его легко положил, но когда я подошел поближе, его прыщи взяли и взорвались. Мне обожгло правый бок. Там у него какая-то кислота. Если вы видите, что такое прет на вас, держитесь подальше. Спасибо, конечно. Но от топляка тоже стоит держаться подальше. Так, одну таблеточку не собрал. Сколько у меня их там, кстати? 42. Блин. Фига, страшно, что-то там жахнуло. Ну, больше разрывных стрел надо вкачать. Будет хорошо. Так, стоп, развернись, пожалуйста. Мне вдруг стало интересно. Вдруг можно в этот отель залезть. Ну да. Да залезай. Со всей дури прям в отель ворвался. Там свет какой-то. Кто-то молотом им пользоваться умеет, я смотрю. Смотри в жопу, а не в оба. Ну и что мне делать, прикажете? Лодочка вообще-то громко плавает. Бастардос. Может отстрелять их всех с расстояния нормального? Ну сколько их там может быть? Они мне отсюда ничего не сделают. Оттуда, то есть. Вот так вот, бэм. Если они ко мне побегут, да? Откуда они побегут? И где они будут пробегать? Вот здесь, может быть? Поставим. С этой стороны машины поставим. Потом заберу, если что. Чё ты палишь? Чё ты палишь? Чё вы там насвистываете? Блюдошки. Где вы?
Здорово. Здорово. Куда? Куда? Там уже мины закончились. Куда пошла, мать твою? Где ты? Еще кто есть? Понятно. Ага. Здрасте. Черт. Ну где? Уже не там. Куда ты делась? Разрешите вас пристрелить. Кто тут бомбанул на моей мине-то? Здесь даже ничего не осталось. Где тут чувак, который ко мне крался? Мышь крадется. Вот это он. Остался без лица, походу. Дартс покидать. Я не против. Так. Как к ним залезать-то? Здрасте. Как вы себя чувствуете? Все. Хреновенько. Я посмотрю. А что, у вас для меня патронов не осталось? Нормальный такой отстрел получился. Неплохо. Молотов тут стоит. Кста. Патрончик один мне вернулся. Надо за своей лодкой идти. Наверное. Или тут дальше пешком. Вопрос. Записка. Так, стоп, у меня что, не... Секунду.
Я извиняюсь. Я, видимо, пропустил кучу звонков и сообщений нечаянно. Но это еще не конец. В случае чего отлучусь сейчас еще раз. Так, здесь написано Джулс. Жуль. Мое-мое. Надеюсь, ты меня простишь. Промокшая, замерзшая и голодная, мы добрались до их лагеря. Нас встретила Серафитка. Дала горячую еду, теплое покрывало. Она излучала любовь, заботилась о нас, как о своих братьев. Ее звали Карен. Ага. Так, сейчас, наверное, мне все-таки перезвонил. Читай пока. Пока все еще непонятно, что там происходит. Вот в этой записке понятно, что происходит. Просто чувак понял, что он с какими-то отбитыми псами водится и переметнулся на сторону отбитых таких же сектантов. Блин, лицо даже себе порезал. А нахрена он его порезал? Он что, дурак? Можно как-то обойтись без того, чтобы резать лицо себе? Видимо, никак. Чё, может, мачете пора уже брать? Не знаю. Вот это женщина. Who is this? Вряд ли это Карен, которую убили в той записке. Так, давайте сюда, да. Опять я сюда выполз. Блин, а насчет мачете вот. Чем там оно улучшается? Нет, уж это тоже, чем я и стрелы делаю, да и мне нечем. В принципе, моя штука должна ваншотить. То есть тут 4, а мачете я могу рубить несколько раз, и тут 7. Наверное, капец, испугался. Разбитого стекла, наверное, все-таки моя штучка получше будет. Которую я себе намутил.
О, кирпичик. Пошла к черту бутылка. Я нашел своего любимчика, мистера Кирпичика. Не на лодке сюда заплывать, что ли? Ну, давай. Вернемся за лодочкой. Ну, тут дальше и плыть особо некуда, вон на памятник только. Позырим, пойдем. Ну, подожгли они их, конечно, знатненько. Заводи. Уже заведено. Молодой человек, вас осмотреть нельзя, я так понимаю. Ну, может, на вагончик можно залезть. О, прикольно. Вот это место интересное. Почему она начала краситься? Веревочка. Что там? Значит, там что-то интересное, раз она так сказала. Давай веревочку. Как бы нам это сделать? Вот так, что ли? Похоже, верно. Похоже, верно. Но здесь тут никто на меня не кинется и не сожрет мою жопку опять. О, таблетосики. Чувак, шо с тобой? Ты шо гонишь? Можно тебя отсюда вытолкнуть? Видимо, нельзя. Ну, давай почитаем. Чё там про него? Ё-моё. Жёсткая записка. Миша! Мне сказали, что ты будешь меня подменять. Хочу дать тебе пару советов насчет этой позиции. Шрамы, хитрые сволочи. Следи не только за улицей, но и за крышами. У них есть свои снайперы. Не трогай зараженных, они отвлекают шрамов, заставляют их выдать себя. Это дело. Я сам только что грохнул пару сектантов и теперь любуюсь, как зараженные жрут их трупы. Классное зрелище, черт возьми. Не то слово. И никогда не давай себя окружить. Отличный совет. А так всегда давал. Да будет жизнь долгой, а смерть быстрой. Бег. Бег. Вряд ли мне стоит прыгать вниз. Вернусь лучше как... Ага, ну да. Не вернусь. Ну, попробую дотянуться до этой веревки. Не дотянулся. Что мне предлагается изготовить? А, это дерьмо.
Пока не надо. Больше не ловушку. Давай. Ну, я за один раз две штуки буду готовить. В принципе, давай, да. Теперь давай. Теперь у меня их 4. Ускорение у лодки не предусмотрено. Капюшон она, блин, то снимает, то надевает. Вот сейчас одела, вот сейчас сняла. Еще не сняла. Ладно, пока снимать не хочет. Что? Что? Стекло ломаем. Сейчас бы было просто. Когда в этой игре что-то проходит просто, что происходит. Запускайте меня на кухню. Чё тут у вас? Ничего. Здрасте. Зараженных не было давненько. Видать, сейчас они на меня и накинутся. Да, зараженные. Ух, так и ждете подходящего момента, чтобы кинуться на меня. Зараженные. Так, а это у нас типа. Чё? А, это игра, чтобы бросать туда мячик какой-то, шарик. Я что-то подумал, что это выдача шаров для боулинга почему-то. Саша В и Б представляет ночи страха. А где тут пассаж написано? Arcades Annual написано. Каждому гостю в маскарадном костюме 100 билетов бесплатно. О, кайф. Особые призы в ночь Хэллоуина. Съедобные ужасы. Конкурс на самый жуткий костюм. Ужасно ценные призы. С 20 сентября по 31 октября. 20.00. Полночь. Ну, блин, долго. Долго длится акция. Это прикольно. Надо будет сходить обязательно. Костюмчик прихватить. Опа. Вот чё вы лезете? Чё вы лезете сюда? Нельзя это место оставить в нормальном виде и поиграть в автоматы. Чё вы лезете, а? Твою мать. А его ёлки, да. Выглядит неприятно. Так её отхреначило. Уже и играть перехотелось. Ну, баскетбол-то хотя бы. Эть. Давай. Футбольный баскетбол. Эть. Я говорил, что
на следующий месяц бесплатными играми будет, ну, кроме вот этой Лары Крофт, который Rise of Tomb Raider в Сибири, будет еще баскетбол 2K20. Вау! Блин, на мотоцикле бы покататься. Короче, да, баскетбол говна, но в принципе, вдвоем на двух геймпадах в компании можно как-то затусить и поиграть. Главное, чтобы никто не умел играть в баскетбол. Так веселее. Еще какая-то игра Эрика называется. Это вообще кинцо. Блин! Сколько не хватает? Две! Пойду искать. Я еще не все осмотрел. Сволочи. Дайте. Твою мать. Опять твою мать. О, вот в эту игру я играл. В первом Last of Us. Это даже в DLC было. Оно, конечно же, не работало, но мы представляли, каково играться. Вот так, стоп, я запчасти нашел или мне показалось? Мы представляли, как мы деремся. Я просто безумные комбо прокликивал. Блин, 99. Я нашел одну запчасть. Еще, пожалуйста. Пожалуйста, дай еще одну. Пожалуйста, ёб твою мать. Жалко, что ли? Одну шестереночку, блин, вот игра с динозаврами наверняка Элли бы понравилась. Ну, я что-то думаю, что я здесь смогу найти хотя бы еще одну шестереночку. Будет сильно грустно, если я не найду. Я надеюсь на это очень сильно. Кукуруза. Блин. От блин. Вот же блин. А дверка-то закрыта, я так понимаю. Ау, ау, ау! Вот же дерьмо. Ах ты дерьмо! Чёртовы тупики! А я гадала, есть ли вы твари в Сиэтле? На месте. Где ты, говно? Отстань! Отстань! Ай-яй-яй! Получи за
теперь к этому чертову колесу. Засранец получил. Прикольно, я ногу отстрелил, а потом еще голову отдавил. Давай, дробовик. А что это? Хочу подобрать, но не могу. Пипец. Ну так, как всегда, эти моменты ни с того ни с сего такие напряженные. Просто бац, 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 бац. Но я был готов. Какого дьявола? Ты здесь опять шумишь. О, еще дробовик. Конечно. Конечно, заряжу. Так, а чё по минам? У меня опять максимум ресурсов. У меня еще разрывная стрела есть. Надо об этом не забывать. Я, в принципе, этого... топляка мог жахнуть разрывной стрелой. Блин, сейчас меня что-нибудь схватит оттуда, нет? Нет. Ладненько. Казах Брайт. Казах, блин, тут написано. Как мне кажется. Это, блин, вообще кто такой? Родная планета Титан, умник какой-то. Казах Брайт рано осиротел в ходе гражданской войны на Титане и поклялся отомстить Альянсу Будущего, который считал виновным о развязывании этого конфликта. Повзрослев, он устроился на работу в Блик 22 век. Стал ведущим инженером по коммуникационным технологиям и создал систему квантовой связи для мгновенной передачи информации на огромные расстояния. Впрочем, несмотря на его разработку, Блик продолжил терпеть поражение за поражением, продолжая совершенствовать свое творение. Казах пытается связаться с другими звездными системами в надежде найти там кого-нибудь, кто поможет отомстить Альянсу Будущего. Так, а где котенок? Где котенок? Пойду на разведку. Сейчас, секундочку. Ты что там сидишь? В порядке. Сейчас еще секундочку. Так. Пошли. О, это
такой робот. Ё-моё. Как в первой части был. Там интересная история с этим роботом была. Класс. Еды у меня хватает. Точнее, жизни. Ну, написано выход. Самолетик. Валяется. Топляк чертов. Но может быть здесь я все-таки смогу найти еще одну шестереночку. И смогу улучшить урон на винтовке. Потому что, мне кажется, я смогу к этому верстаку добраться. Так, лежит два геймпада, но они должны быть проводными. Кстати. Это же проводные геймпады. И вон пару проводов. Отрезали, блин, приставку сперли. Боюсь пока читать записку, вдруг тут что-то валяется. О, есть! Егу! Победа. Теперь буду надеяться... О, еще одна. Что у меня будет возможность к верстаку подобраться. Ну давай почитаем. Опять этот Джуль. Джулс. Это опять тот чувак. Я не могу дышать, слишком страшно. Мы зашли в заброшенное здание, чтобы пополнить запасы, и там на нас напал большой демон. Он шел прямо на меня, но Закари прыгнул вперед и ударил его топором. И тогда демон схватил его за лицо и разорвал голову пополам. Он умер мгновенно, а я побежал. Нет, я не трус, просто не было другого выхода. Теперь я один. Я должен пройти этот путь до конца. Я пойду на остров к своим новым братьям и сестрам. Найду родителей Закари и расскажу им, что их сын погиб как герой. А Жюль, я думаю, что наши пути больше никогда не пересекутся. Я буду молиться за тебя. Прощай, Дерюк. Эммет. Это он топляка демоном назвал, интересно. Я думаю, да. Это кто? Рейден? Давайте таблеточки, конечно, конечно. Куда же без них? 31. Мне нужно еще 9. Потом останется последняя дурацкая ветка. Кто самый сильный в Mortal Kombat? Люк. Нет. Я не помню, как его зовут. Но тот, который был чемпионом. Я вообще во вселенной Mortal Kombat ничего не знаю. Mortal Kombat. Я играл в 9-ю часть на Xbox 360. В 10-й, 11-й по чуть-чуть. За сюжетом никогда не следил. А вот...
И... Короче, да? Блин, если я не буду это нажимать. Если я просто тут спрыгну. Пойду к верстаку. Там был какой-то главный в девятой части, сидел на какой-то песчаной арене. Я вообще не помню, как его зовут. Сейчас вкачаем уроныч. Надеюсь, будет ваншотить в тело. Может, и Рейден самый сильный. Ну, хрен знает. Мне кажется, это все меняется со временем. То один самый сильный, то другой самый сильный. Хрен просышь. Я вообще умею драться только за Скорпиона. Ну как умею? Я знаю его спешл атаки, типа телепорт, там копье кидать. Наконец-то. И то в 11-й они уже другие, я хрен знаю. Каких комбо я не умею. Ничего не умею. Так. Ну, в принципе. Это и не особо привлекает. Mortal Kombat говёный файтинг. Не динамичный. Там кто первый кликнул, тот побеждает. Заблокировал, то молодец. Контратаковать особо нельзя. Ну короче. Но по моему мнению, Mortal Kombat один из самых парашных файтингов. Чисто по механикам. Есть Tekken. Мне он сначала не супер понравился, но, блин, там бои намного интереснее. Там между комбинациями атак можно свою вклинить. Довольно динамично. UFC это вообще жесть. Он мне, кстати, здесь есть. Я его своровал немного с аккаунта товарища. Я ему свой дал, он у меня игры покачал, а я у него взял вот Last of Us, он купил, у меня не было возможности. Ну и UFC я скачал. Ё-моё, когда он ко мне приходил, мы с ним подрались, так-то сам я играть в это не буду никогда. Так, отлично. Что-то не заводится, Элли. Буль-буль. Буль-буль. Ладно, я знаю, как бороться с волнами сильными. Надо поднырнуть. Я видел, как серферы это делают. Боже. Боже. Я, блин, уже не понимаю, в какую игру я играю. Тут прям жесть какая-то полная. Давай вот там будем жить. Это похоже на какую-нибудь концовку из Call of Duty. Все такое разрушенное, какой-то катаклизм происходит вокруг. Дайте лодкой порулить.
и аквариум. Пришли в аквариум. А я хочу тут ходить вообще. Кажется, мне здесь не место. В воду лезть неохота. После таких приключений, водных процедур. Кататься на морском коньке, да, я бы был не против. Эй, где ты? Блин, нифига горка. Смешная. Давай, Элли, съедь разочек хоть. Нет. А здесь можно? Тоже никак на меня не реагирует эта фигня. Эбе. Эбе. А? Ну да, бутылку с помойки беру. Эбе. Абр. Я уже думал, она на меня накинется, как я буду под сеткой проползать. Вероятно, она накинется, когда я буду под акулой проползать. Блин. Местечко-то стремноватое довольно. Где рыбешки? Кажись, подохли. Буль-буль. Ну вот и какого черта здесь Эбби вообще делать? Мне не хочется в эту дыру залезать. Это полный отстой. Ну... придется. Так, вот, сейчас, секунду. Звонок.
Алло. Я вернулся. Еще здесь. Надо было поговорить, сорян. Тут такой момент важный. Мы, наверное, сейчас Эбби найдем, или она нас. Пока что все никак не могу понять, зачем Эбби залезать сюда, в этот океанариум, в принципе. Что здесь делать? Так что, ты тут? Я залезаю. Это наверняка уже утомил я таким ожиданием. О, лезу. Эбе. Где-ды? Так, ну тут видно, что у них что-то происходит. Так, ну это... Нет, это не у них. Это просто расписание уборки. Ну и хорошо, что не можешь уснуть, не надо. Пока засыпать, мы сейчас доходим до какого-то крайне важного и переломного момента в сюжете. Что это такое? Где? Это трубы какие-то. Это газовый баллон. Ну как баллон? Хрен знает, как это называется. Целая... Здоровенная хреновина. У-у-у. Красотища, блин, нифига тут. Это видно было морское дно в океанариуме. Эбе, я иду, эбе. Может быть, поворот сюжета повернется в сторону того, что здесь никого нахрен и нету. Чё бы ей тут делать? Помойка какая-то. Не, ну океанариум прикольное место, но сейчас это просто... Это никакое не стратегическое место. Ничего такого, просто, блин... Какая-то фигня. Реально фигня. Почему она так страшно открыла эту дверь? Так, а тут у нас расписание ныряльщиков. О, Алекс. Да и, блин, ночью такое местечко. Да где ж тебя носит? Да где тебя носит, Элли? Нахрена тебя тут носит? Объясните мне. В этом уголке даже никаких припасов нет. Открывай. Да ты что, издеваешься? Отлично, отличное местечко, да.
Да-да-да, мое любимое. Ползание по очку. Тут я упаду вниз. Или как? Отлично. Почему в такие моменты оно все время выключается? Так вот. Оп. Собака. Давай, кусачий. Сорян. Тупая псина. Не надо было на меня кидаться, я Элли. Вообще-то. Не пальцем деланная. Просто думаю, что если я начну осматривать эту штуковину, то начнется какая-то сцена. Боже. Скрипт. Что за хрень тут творилась? А что здесь могло твориться? Это просто перчатки, бинты. Что уж за хрень тут могла твориться? Я здесь ничего ужасного не вижу. Так, не туда. Секундочку. Минуточку. А здесь что? Здесь горит свет. Захожу. Тут и миска, блин, вон. С кроватью для собаки. Но они тут, да, все-таки окопались. О, покушать. Ой. Сорян. Что за фигня? Показывайте, что тут у вас в сумочке. Оуэн Мур. Серьезно? А кто это? Это тот чувак, с которым я за Эбби ходил в самом начале? Ну, то есть Эбби за ним ходила. Оуэн Мур, так и написали. Зачем-то. Что, еще покушать можно? У меня ж полное здоровье. Ну ладно. Спасибо. Дерну на всякий случай эту дверь. Мне что-то кажется, она закрыта. Я очень злостно дышу. Слышу голоса. Че, я ворвусь прям к толпе народа? Не ворвался. Мел разговаривает. Оуэн. Я туда не пойду. И не надо. Ну это она беременная, уходи. Походу. Пошел ты, Оуэн. Руки. Глаза у нее такие, блин. Где интересные. Эбби? У этой это мел. Девчонка из Джексона. Скажите мне, где она? И тогда ты нас не убьешь? Дашь ей, что она хочет, а нам конец. Вам незачем умирать. Мне нужна она. Вранье.
Иди сюда. Сюда, я сказала! Покажи мне на карте, где она. Это Крик. Потом ты. И уж лучше, чтоб совпало. Ладно. Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва. Может, не надо? Стоять! Давай поговорим. Отошел назад! Покажи, где она. Так он же увидит и то же самое место покажет. Показывай! Клацаю квадрат. Знаю я, какие кнопки нажимать. Она... Скажи мне, где я бегу? Она... Мать, где она? Она... Раньше думать надо было, чувак. Нет, 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 нет. Эли. Привет. Эй, тихо. О, здорово. Все хорошо. Пойдем. Пойдем. Все хорошо. Да, так и было, она и собиралась, как бы, она и нож в горло тыкала, а потом сама его туда и получила. Вряд ли бы ребенок стал хорошим парнем, показательным. Ну что, Дину потискали немножечко и все. Ну и что дальше? Томми. Где его нахрен носило? Почему я добралась быстрее всех опять? Я в этом месте брожу. Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Куда ходила? Проветриться. А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Эллинсбург. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично. Я никуда не пойду. Они расплатились сполна. Нет. Но она будет жить. Да. Мы этого не допустим. Да.
Ты согласна? Нет. Выбора нет. Никогда нет выбора. Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Ну, покажи. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Нет уж, сам ищи, как подлизаться. Покосные немного. Кеды нравится. Да. Хотел бы такие. Да. Спасибо, что вернулся за мной. Размерчик, думаю, не подойдет тебе. Ты такой скучный. Ладно, тогда скажем. Отлично. Мои друзья сами не справятся. Так лучше. А чем хуже было? Черт. Так. Ё-моё. Джесси, встать! Подними руки, или я этого пристрелю. Нет, не надо, Элли. Беги отсюда. Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Да! Ладно. Нет! Капец, нет! Блин. One Woman Army. Пришла. Бросай оружие! Мать нет, твою. Нет. Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства. Вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Да, я их убил. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Я их убил. Да. Да, да. Я их убил. Папа! Флешбеки за Эбби меня не интересуют как-то. Здесь она еще не борцуха. Но kind of. Еще немного нажрала. Я убил твою кошку. Я убью тебя. Миссис Норрис. Блин, какой отстой играть за эту говняху. Фаб. Считают? Кто? Все считают. Фаб. Где ты, Фаб? Фаб. Я слышал чей-то шаг вот в этой стороне. Ну, папа! Понял. Может, ты уже и концовку знаешь, и все сюжетные повороты знаешь. Зачем ты тогда смотришь? Фаб! Я только по глупой
случайности знаю, кто папа Эбби. Это все, что я знаю. Фаб. Где ты? Да, спасибо. Куплинова, блин, если ты продолжишь его смотреть, я перестану стримить. Хотя бы не упоминай при мне, что ты его смотришь. Мне будет от этого легче. Фестиваль огней зоопарка. Опоздала всего на 20 лет. О, нет. 20 лет? Ну, в принципе, да, нам тут не сказали, какой год. Ну, стоп, 20 лет. Я насчитал 2027 на тот момент. А сейчас она говорит 20 лет. Может быть, после этого всего дела и 20 лет прошло, я не помню, в первой части там вот было вступление. За Джоэла дочка умерла. И потом такая надпись 10 лет спустя или 20 лет, я уже точно не помню. Это было. Бери бутылку, мать твою. Ты не слышишь? Чё ты не слышишь? Решай проблемы. Что там за проблемы-то? Нифига здесь это место, блин. Чтобы бутылку поднять. Прикольно, конечно. Фаб. Фаб. И как мне перебраться на ту сторону? Прыгай. Через забор. Вот, ногу сюда. Раз, раз. А, я понял. Видимо, там из туалета нужно залезть в окошко. Киса. Опять муху ловит, блин. Надеюсь, не перевернет опять горшок с цветом, с цветами. Угу. Ну вот. Здесь не пролезешь. Может залезть на крышу? Ну, если бы я промазал бутылкой. О. Киса! Так смешно прыгнула. Вот это за нее предметы, которые нужно собирать. Блин, тут мухи летают.
Надо бы их убить, а то киса тут все разнесет. West Virginia. Перевернуть даже нельзя. Так. Ага. Попробуем. Давай, силачка Эбби. Элли справилась. Ты-то уж подавно. Даже в свои 12 лет. Шикарная Эбби. Так, ну, я вообще не уверен, что я их убью, но сходи. Давай, послушай, как птички поют. Я попробую поймать кого-нибудь. Вижу одну, но она очень высоко. Но я попробую. Нет, я не дотяну. Мне нужна табуретка. Куда улетела? Сюда иди. Киса, где она? Вот так близок. Thank you.
Дурацкая муха. Так, я тоже здесь. Я убил двух мух. Как раз двух я и видел. Теперь нас они больше не потревожат. Лох. Вся в дерьме. Эбби. Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Вот где. Класс. Каждый раз, когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Эбби, она должна быть... Где-то сразу за этой рощицей. Кто она? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Олениха какая-нибудь. Обещаю. Давай только побыстрее. Вот. Моя дочурка не даст меня в обиду. Как ты узнала, что я здесь? Оуэн меня сдал, да? Это его работа. Он уже считает. Как ты его разговорила? А, просто спросила. То есть он уже свою дочку считает сильнее себя. Идем. В смысле что-то похожее, в плане похожее. У нее есть батя. У Элли нету. Смотри. Монетка. О, ух ты!
78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Пап. Расслабься. Не понимаю, о чем ты. Что-что? Ничего. Просто вы стали много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Мы вместе работаем. Эбби, я не против. Хороший парень. Боже. И давно ты знаешь? Я твой отец. Я все вижу. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Ты сразу такая серьезная. Это очень мило. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он балбес. Он теперь со мной особенно лучше. Боится лишний раз слово поперек сказать. То есть ты сел ему на голову? Я? Что ты? А ты откуда знаешь, что Джоэл его папу убил? У меня фонарика нету, кстати. Ну, типа, да, тут рассказывают, что здесь нет чего-то определенно хорошего или определенно плохого. Серая мораль, всякие дела. Чё ты там орёшь, Ис? Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничал. Ну так цель оправдывает средства. Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. Какая тебе мораль нужна? Здесь историю рассказывают. Ой-ё. Это что за фигня? Легкая? Мораль в том, что нет правых и виноватых. Пап, я нашла кое-что. Боже мой, она уже родила. Ага, это какая-то... Два ряда следов. Родильный мешок. Пап. Это она. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет, ей больно. Вот как рождаются олени. Эбби. Ладно, ща приду, погоди. Вдруг тут монетка лежит. А я ее раз и пропустил. Некрасиво получится. Ладно, иду. Шевелись, Гарри. Пошли. Пап, стой! А если тут зараженные? Пап. Здесь все проверяли. Они не сидят на месте? У тебя же оружие с собой? Конечно. Вот оно. Тогда я спокоен. Пиф-паф. Па-п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 а. Блин, ну с карточками хоть как-то еще можно было что-то увидеть. Монетки, блин, хрен найдешь. Ты не должен ее бессоболезновать. Я ей не соболезную. Что? Мне на нее блевать. Ой, это зебра. Нужно ее освободить. Как она? Как она так? Тихо, не бойся. Не бойся.
Мы тебя не тронем. Как ты это сделала, зебра? Черт, глубоко вошла. Ладно, Эбби, иди сюда. На. Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Спокойно. Джордж, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги. Оуэн. Вас вызывает Оуэн. Держи ее. Какой-то он до хрена взрослый. Давай. Осторожно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, крепко держишь? Да. Давай, Эбби. Режь. Держи. Почти. Сейчас. Всё. Охренеть. Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем. Кажется, тут еще одна муха появилась. Или котенок просто сходит с ума. Ну вот, это то самое место с больницей. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. It's me. Но заражения нет. Не может быть. Они уже приступили к анализу. Поэтому вас и вызвали. Пап? Идемте. Ну все понятно. Короткий отрывочек, нормальный. Зарыбись. Это ребенок, а не чашка, Петри. Как будто я... Я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло? Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись, все наши жертвы, все эти ужасные... Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь. Что бы ты сделал? Ну, если бы это была конкретно Эбби, то можно ее и убить. Спасибо, милый. Я не против. Кто из них говорил доказать? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Ох, и чем же это все обернется? Пошла рассказывать мужик. Так что доказать? Он вакцину будет находить? Как бы. Кому что доказывать? Я бы согласилась на операцию. Не сомневаюсь. Нам кажется еще раз, как Джайл его убил. Пока что уже последствия. Блин, мне надо это играть. Мне кажется, можно и без этого обойтись.
Элли никто не спросил. Ей сказали, что она спасет мир. Ну как можно на о таком сказать, как бы единственному? Ну, это как инопланетянину предупредить о том, что его будут на органы разбирать, изучать. Тот же принцип. Он что, до сих пор в здании? Нет. Эби. Нет. Эби, не смотри. Папа! Папа! Эби. Нет. О нет. Какой ужас. За ним, и все. Нельзя оставлять их в живых. Кто тебе это сказал? Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан. Выстрелишь? Все. Мы уходим. Блин, день один, ё-моё. Эбби. Йоу. Тише. Ты в порядке? Да, я. Пипец, ручища. Ты чего? Я тебя повсюду искал. Какая жесть. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Vamos. Ну, раз vamos. А, шея. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Не. Которая с горы спустилась вот ко мне. А, ученая. Мистер Бабник. Ну, она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. Ну, того стоило? О, безусловно. Теперь я умру счастливым. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Зажибись. Да я и сам так думаю. И тем не менее... Капец, эти ручищи просто машина для убийства. Давай, давай, давай. Чё, даже один раз не можешь? Давай, оп, хорош. Я так, как он, приблизительно подтягиваюсь. Один раз могу. Сейчас Эбби подойдет и такая раз вырвет просто этот турник с корнями. Вон женщина пошла подтягиваться, вон сколько раз, только хват такой легкий. Все равно она лучше меня может. Так она не обычная баба, она бой-баба. Ты знаешь, сколько коней она на скаку одновременно остановить может?
И сколько детей из горящей избы в охапке. Вот просто вот всех этих сразу. Вот привет, всех, да-да-да, вот этих всех просто охвать и вынесла. И с ней? Джентльмены, не хвастаются. С ней? Ну-ка покажите. Ну, было бы чем хвастаться, пендехо. Зебра. О, киса. Где моя киса? Кс-кс-кс-кс. Опять куда-то залезла. Киса. Не видать. Пошли, пендехо. МТВТФ. Мне надо с отцом поговорить. Возьмешь поесть? Не лапай плечо. Мне что-нибудь конпикант. Будешь есть, что дадут. Конпиканты. Жрать дай. Ох, ё-мои глаза. Пипец, это чё было сейчас? Ах. Как жахнуло. Здорово. Хочешь армрестлингом займемся? Давай, кто кого. Ты там отмотай, когда я подходил вот к этой стойке. Вот сюда подошел, вот так вот приблизил на женщину, потом отдалил и так, как будто молния это вот блеснула, так резко все белым стало. Я немного подслеп. Повезло. Отыграюсь. Мне бы только один буклет. Посмотрим. Короче, этот штрам стоит на коленях, молится. Я подхожу, чтобы ему руки связать. И тут он, сука, выхватывает нож. Вот гад. Я отскочил и в упор его выстрелил. От лица ничего не осталось. Класс. Но он не сдох. Пулька мне еще минут пять, наверное. Пипец, классная история. Что? Он сам напросился. От лица ничего не осталось и булькал еще живой остался. Вот это классная история. Привет, чего надо, пес? Вот всех псами могу тупо называть. Чё надо, пёс? А чё играешь? Это чё за фуфло у тебя? Ну покажи. А, проиграл. Хрен знает, чё за игруха. Поедешь с нами в Серевину? Нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам делать в Серевине? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. А, его Томми пытал. Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. Подожди, еще не факт. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. И то радость. Мне пора. Да будет жизнь долгой. Да возможно. Будет. Это та же самая PS Vita. После того, как он умер, другая он, бурятка, взяла играть. И уже в Hotline Miami рубилась. А чё за игра-то? Не знаю такую. Жрать дай. Жрать. А, вы тут посуду моете? Ладно, спасибо. Ребенок. Так, эта женщина симпатичная. Нет. А
Чё ты решил, что её делали мужиком? Ну хрен знает. Давай, не держи в себе. Лесбийство Элли было как бы известно ещё в первой части. Говорят, мне сейчас очень тяжело. Родитель не должен хранить своих детей. Да. Может пригласить её на следующую службу? Она атеистка. Ой. Но всё равно, может, их хоть немного полегчает. Не знаю. Он стал часто с ним видеться, пока я на дежурстве. У меня тоже такая походка. А вы чё? Просто не повезло. У меня ничего не видит. Здравствуйте. Эбби. Как самочувствие? Замечательно. Сказала бы ему, чтобы избавился от этого. О, я пыталась. Мне же идет. Да вы сорибли. Буэна, пора выдвигаться. Береги его. Конечно, ради вас. Так, телефон звонит. Алло. На месте. Спортсмены. Я не знаю, что там было, что там не было. Но это жестко. Блин. Блин, очередь. Да я про Эбби. Тут крайняя, ладно, я сейчас подойду. Может, мне тут просто места дадут навернуть протеинового. Свежего. Пользуешься станком или все вручную? Ясно.
очень интересно, наверное, было это узнать этому чуваку. Здорово, пес. Своровать что хочет, наверное, а? Судя по цвету. А это что тут? Слушай, у тебя не осталось того прикольного мыла? Хвойного. Извини, Эбби. Говорят, наши соседи поехали за припасами. Я завтра у них спрошу. Ах ты, псина. Спасибо. Ах ты, псина, не даешь мне, хвойная. Так, а тут есть монетка? Хрен. Ладно, надо очередь занимать. Вы тут крайние, о господи. Что у нас сегодня на обед? Бурритос. Опять. Бурритос? Оу, каса буррито. Деспозитос. Куда ты прешь, без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чего? Ну как так можно? Третий это кому? Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мэл. Мэл. Беременная. Где твой рюкзак? В комнате? За что ты так со мной? Открывай, Бурито. Он в двух руках по одному несет. Она знает, что я тоже еду? Знаю. Открой, Бурито, давай, жри. Жри его. Твоё ну звучит как не. Это из-за акцента. Брось, не будь параноиком. Чувак, у тебя нет акцента никакого. Так. Тебе нравится ставить меня в неудобное положение? Нет. Я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Она со мной после Джексона почти не общалась. Мне что, сделать вид, что я этого не заметила? Конечно нет. Вам надо поговорить по душе. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая, как... Ей раньше не приходилось истязать людей. Сколько она шрамов убила? Но не так, как мы убили Джоэла. Не забывай, мы солдаты. Она врач. Прошу тебя. Да. Она же своя. Пожалуйста. С набитым ртом трындит. Да. А больше не видно. В кармашек спрятала. А ты что не жрешь свои бурритос? Мучачо. О! Это, наверное, Эбби. И здесь тоже она. Блин, если она реально в регби играла, то это... Хотя это вряд ли, потому что когда ее батю кекнули, она не была такой... Пендехо? Да. Похож. Давай. Текс. Что у нас тут? Посуду будем мыть? О, не я. Блин, у меня там то же самое стоит. Я скоро помою. Ты таким пользуешься, Эбби? Ёлки-палки. Ни за что бы не подумал. Кейдж но катана.
Машинки у нее тут, значит. Машины и самураи, ну. Фотоаппараты. Номерные знаки, да, не особо. Женские приколюхи. Так, ну ладно. Чего ты про это скажешь? Размерчик явно. А, это той подружанина, да. Этот пендехош ее комнатку занимал. Тут, блин, пентхаус просто, панорамные окна. А жесть. Так. Так. Ну, давай. Собирай. Размер я видел, да. Блин, реально еще одна муха летает. Вот, ты готова? Ё-моё, у нее не было такого живота, мне кажется. Нафиг она вообще идет. Мэл, Эбби, они и правда отправили тебя. Еле-еле. Ты могла попросить остаться? Не хочу сидеть без дела просто так. А он что говорит? А почему Оуэн должен решать? Надо забрать Элис по дороге. Беременные женщины-то отличные, могут принимать решения. Да. Может, они еще и в своем уме? Ну, он как почапало. Первее всех остальных. Не переживай. В ротации. Ему стало, по-моему, хуже. В плане? Ну, он жалуется на острую боль в запястьях. Ложку едва держит. Может, достанем ему еще энергетик? Алеска. Как жизнь? Привет. Фифа какая стоит, и все равно, блин, не привлекательная для меня женщина. Везде суровый, четкий расчет, а тут, да. Говорят, вас с ООНом перевели в блок 96? Да, там хорошо. Много молодых семей. Да, она тут со своими плечами хрен пролезет. Куда ни глянь, там везде дети. Я готовлюсь морально. Идешь с нами в поход. Столько ревущих младенцев. О, он небось в шоке. Он еще даже не видел. Он на патрулировании с Дэнни. С Дэнни? Да. Нифига. Свекла. Капец, все есть, все есть. Чего за вопрос вообще? Какая объективизация? О чем ты говоришь вообще? Отстань. Играю как хочу. Ой, это чё? Блин, я не знаю, что это, помидоры, что ли? Погодите, ребята. Я думаю, там наверху что-то очень-очень важное и интересное. Да каких домогательств и влечений? Ты чё?
Это же шутка, да? Симпатичных-то женщин нету, я понял, о чем ты говоришь. Ну реально, ну где? У всех внезапно пропал вкус? Или чё? Блин, зачем я пришел в этот угол? Я тут ждал какую-нибудь монетку. Ладно, ладно. Я уже не знаю, что ты от меня хочешь. Уже надо спать собираться. Надо дойти до какого-то момента и выключать уже. Все, хватит на сегодня. По лавочке прошелся. А, блин, вот и она. А я тут проходил и не видел. Мэн. Это такой штат. Майне. Да я уж думаю, что мы сейчас выберемся немного куда-то и выключу. Как бы не пришлось просто все заново проходить. Ворота и сохраняю. Малышка. Зверюга ты наша. Моя любимица. Кажется, я ее убил. Не ревну. Да. Хочешь прогуляться? Давай, пойдем. Какая офигительная история. Все, сохраняемся. Думаю, завтра нам дадут этот момент переиграть. В общем, да. За Элли мы прикольно дошли. За Эбби уже не прикольно, но что поделать. Возможно, в этом будет какой-то смысл в конце, я не знаю, посмотрим. Пока что эта часть не особо прикольная. Но, может быть, да, у меня есть надежда на то, что здесь будет интересный экшен и куча всякого оружия, она же военная, там какие-нибудь автоматы, блин, всякие такие штуки. Будем разносить орды зомби. Может, это будет весело. В общем, да. Кончаем. Спокойной ночи. Пока. До завтра.